И в конце выпуска о прогнозе погоды на завтра с ним вас познакомит Полина Шакарова. 17 октября в Барселоне отмечается Международный день джаза. А какой погода будет в нашем городе, мы узнаем прямо сейчас. 17 октября в Кирове пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 7, а ночью плюс 3 градуса. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Всем удачного вторника!